участница популярных российских телевизионных проектов «Дневник экстрасенсов» и «Битва экстрасенсов» Камила Филатова, корреспонденту рассказала о будущем отношении футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. Гадалка говорит, что Костенко очень хитрая девушка и является другим человеком, нежели себя позиционирует. Филатова утверждает, что союз Дмитрия и Анастасии продлится 2 года. Потом Тарасов захочет вернуться к Бузовой, но Ольга уже будет счастлива в другом браке. Ведунья утверждает, что Настя вышла замуж за Тарасова не по любви и бросит его она сама, потому что они не созданы друг для друга. В итоге футболист останется один. Девушки у Дмитрия будут, но серьезной семьи нет.